Ты считаешь, что сахар вреден? Ну, понятное дело, что сахар не прям полезен, а тем более в количествах, которые его люди потребляют. Ну, я, в принципе, чувствую вред сахара. Если я переем сладкого за день, я чувствую вред сахара, ощущается. Короче, лучше сахара поменьше есть. Тут еще дело в том, что каждый раз, когда что-то сладкое ешь, ты мог бы просто потребить сахара в 2-3 раза меньше, а то и в 4. И при этом все так же насладиться этой самой едой. Это очень хорошо заметно на примере чая с сахаром. Потому что когда-то я пил чай, допустим, черный с 4 ложками сахара буквально. А сейчас я пью меньше половины ложки. И мне норм. И я не чувствую сахар, и мне приятно. Но раньше почему-то у меня была доза 4 ложки сахара. Почему, какого хуя? И так можно совсем. То есть можно продолжать есть все сладкое, что вы ели, просто меньше. И все так же будет зависеть. Но это, конечно, сложно порой, потому что, допустим, если есть какое-то там, не знаю, вот тоже шоколадное печенье. Как я сделаю так, чтобы в нем конкретно было поменьше сахара? Мне именно оно нравится. Именно это шоколадное печенье, если буду покупать конкретно какой-то там супер черный шоколад, где минимум сахара. Я же хочу именно это печенье есть.